Всем привет, друзья! Сегодня решил проверить капканчики. Один путик только пойду. Остальные потом как-нибудь. Это капканы такие вот. 125-е, они какие-то нестандартные. Это не суасовские, а другая фирма. Я не помню добром. Тонар, что ли, вроде. Ну, короче, как сказать. Капкан все работает, конечно, но слабый он. Пружины слабые, с пятерки, мне кажется. И вот постоянно его сбивают эти птички, синички, не знаю, кто тут лазит. Синички, наверное. Сейчас вот хочу вот тут разогнуть, чтобы вот эта скоба подальше зашла. Чтобы он был это... Не такой чувствительный, а реагировал только на крупную, короче, дичь. Да, опасно, может топор сорваться и прям по рукам. Перчатки надо одеть. Так что вот так вот. На улице опять буран у нас начался. Всю ночь снег шел, но без ветра, без сильного ветра. А сейчас опять буран. Буранище. Так вот. Край топора соскакивает и прям прямиком в пальцы. Никак не выходит. Не разгибается. Одна сторона вроде разогнулась. Отогнуть ее. Ага. Отошел. Отошел. Вот. Сейчас он помощнее. Это. Но все равно сбивается, надо еще вот с этой стороны разогнуть, чтобы она, этот скоба до конца села. Так, ладно. Если что будет интересное, буду включаться. Сейчас. Так, ну вот, друзья, короче, третий капкан на этом путике. И вот новогодний сюрприз у меня тут. Я еще к нему не подходил, а то некоторые говорят... Там следы, ты сам, говорит, куниц вешаешь. Но это не мне говорили, это в комментариях просто у других читал. Вот, следов нету. Я еще не подходил. Вот. У нас тут ящик. А вот за ящиком, за деревом куничка. Куничка. Что-то такое тут вообще. Не пойму, кровь какая-то. Ясно. Эх, 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 эх. Короче, он шкуру себе задрал тут, наверное. Обкапкан, что ли. Не пойму, что-то такое. Капканом, короче, ему пробил что-то тут. Наверное, придется капкан снимать. Он весь замерз, задубел, как каменный. Ну, кот. Не старый, конечно, но такой нормальный. Так что вот так вот. Ладно, сейчас я его попробую вытащить. Сейчас пружину ослаблю. Если выйдет, значит выйдет. Если нет, забираю вместе с капканом. Так, ну вот крайний капканчик. Пусто. Ничего нет. Попалась только одна куничка. Сейчас я... И то я ее не это... Короче, не освободил из капкана.
вмерзла она. Хорошо так прям. Так, ладно, сейчас я вот опять сейчас свою эту пахучку, или как ее, приманку самодельную. Сейчас опять стал добавлять. О, попал, короче, на руку. Руку теперь замучить отмывать. Рыба тухлая получается. Подсолнечное масло добавлено, чтобы не мерзло. Ну, не мерзнет. Стояла она у меня в гараже. Не замерзла. А в рюкзаке поносила вообще жидкое. Ну, жижа стала. В рюкзаке теплее, от спины тепло идет. Короче, для себя я такой вывод сделал, что эту пахучие все эти приманки лучше использовать, когда снег уже. Потому что до этого я, когда снега не было, ее добавлял, на нее прям мыши бегут тоже хорошо. А сейчас снег выпал. Мыши под снегом, наверное. Ну, которые знают, только будут лезть в ящик. Запаха не чуют. Не трогают. Вот сколько у меня стояло здесь. Даже ничего не тронуто. Лазят только синички одни. Так что вот так. Так, сегодня один только путь проверяла. Больше не буду, еще надо до дома дойти. Но я сегодня поздно пошел, в обед где-то. Вышел из дома, а тебе попозже проверю. Так, ну всех с Новым годом. Всем удачи, всем добра и всем пока.